Сегодня мы приехали с друзьями в приют домашний, где находится около 800 собак. Все сюда попадают совершенно разными способами. Кого-то подбрасывают, кого-то отлавливают, кого-то подбирают люди, которым не все равно. На днях заказали в этот приют тонну гречки, вчера ее вечером разгружали. Обычно привозим корм, лекарства, гуляем с собаками, делаем какие-то необходимые вещи для приютов, строили забор, красили домики, утепляли будки для собак. Мы приезжаем каждый раз, мы всегда гуляем с собаками, смотря какое время нам выделяют. Обычно это утро, потому что у них после кормежки им нужно погулять. Сюда еще привозили утепление. Ковры они просили для того, чтобы утеплять стены. Так сразу собаку не получить. Надо приехать с ней пообщаться, пообщаться с приютом, пообщаться с собакой, потом приехать второй раз, заполнить договор. Сейчас люди больше к этому подтягиваются, сейчас все развивается благодаря выставкам различным. То есть люди больше узнают про приюты, про собак, больше берут.